Мы – семейная пара, путешествуем по необычным местам в Югре. Находимся на Приполярном Урале. Это настоящая туристская жемчужина нашего региона и природное достояние всей России. Места эти привлекательны не только с точки зрения географии, но и своей богатой историей. Историей трудового подвига, освоения недружелюбного к человеку пространства, открытий и службы своей стране. У этих процессов, слава богу, есть летописец. Он с нами в экспедиции. Это горный инженер-геолог Сергей Иванович Комарицкий. Сергей Иванович, ваша книга, она даже не про камни, она же про людей. Если вот за там, нашей спиной выстроить этих людей, тут их будут тысячи за разные годы, за огромный период времени. Это люди как известные, так и вообще нам неизвестные. Вы делаете эту такую работу благородную, а в планах у вас есть ее продолжить? В планах, да, у меня есть. На 90% у меня же сверстана эта самая книга по истории геологического поиска на всем Приполярном Урале, вот, на территориях, заселенных вот, народностями Югры, ханты и манси. Это начиная с западного склона, это средние века, и потом постепенный переход на восточный склон, уже в границах современной Югры. Геологический поиск по всем видам полезных ископаемых. То есть там работы затронуты будут и на уголь, и съемка, и железные руды, кроме кварца. Кварц там упоминается легко, потому что по кварцу уже отдельная книга есть. Рядом с турбазой «Неройка» расположена промышленная база компании «Полярный кварц». Это предприятие, как говорится, всем ветрам назло, ведет работы по добыче, транспортировке и обогащению кварцевого сырья. Это ценнейший продукт, без которого невозможны современные высокие технологии. Давайте посмотрим, какие работы здесь ведутся и для чего все это делается. Получается, это все взорвали, да? Угу. Там погрузили. Сюда вывезли, это же их же грузят здесь и складируют по жилам. Это вот одна жила, вот вторая жила, там третья жила. Ведь каждая жила кварца характеризуется своим химическим составом, своим светопропусканием, своим и так далее. То есть все это влияет на его качество. Вот. Поэтому... Получается, сюда это поступает на завод на Усть-Пуеве. Да. Там он превращается в крупный песок. В крупку, да, да. Дробленый это кварц там по фракции, там сколько, не знаю, там сантиметров, по-моему, да. Пакуется в мешок большой, тонну весом. Тонну весом, да. Перевозится в Саранпауль, из Саранпауля уже в Нягань. В Нягань. А, вот так. И в Нягане потом что происходит? А в Нягане происходит до чистка этого кварца, то есть там уже применяют немножко другие технологии, там уже идет и химический процесс, применяют какие-то химические кислоты там, да, и делают из него песок такой где-то 0,5 миллиметра, все вот самый чистый, ну а дальнейшая его судьба там, это опять же получается полуфабрикат, там это не полный цикл. То есть полный цикл это производство пластин. А пластина уже попадает в микропроцессор. Да, все вот это вот. То есть она там такой чистоты, что. Ну там чуть ли как не чисто золото, там 4 девятки, если не больше. То есть это должно быть. То есть вот из этого камня большого должна она превратиться. Вот и задача, вот в первую очередь, я считаю, что для полярного кварца это перейти на полный цикл. Продавать готовую продукцию, которая в 100 раз дороже, чем в тысячи даже, может быть, чем вот этот вот полуфабрикат. Но для этого надо здесь наладить, получается, весь процесс. Вот он, здесь, в принципе, все налажено. Налаживать нужно в Нягани, на как бы конечной стадии этого процесса. С учетом тяжелой инфраструктуры, как энергетической, так и транспортной, здесь остальное производство просто будет очень тяжелым. Там ведь Нягань, энергетики выше крыши, транспорт замечательный,
все, и железная дорога, и авто, все это, да. Конечно, в перспективе лучший процесс, все было бы на месте. Здесь организовать. Отсюда вывозить чемодан этих чипов, да, пластиночек, все это вот. Только Неройская хрусталеносная провинция обладает доказанными запасами жирного кварца почти в 200 тысяч тонн. Это, рискну предположить, с сохранением текущих темпов добычи предприятия 40, а то и 50 лет работы только на этом месторождении. А таких месторождений в горной части Югры десятки. Помимо кварца у нас в горах богатства по-настоящему несметные. Кроме кварцевых месторождений, на одном из которых мы находимся, да, Неройка, вот, большие перспективы хорошие – это по бурому углю. Бассейн – один из крупнейших в России. Рудное золото – это Хальмеринский рудный узел, нужно доводить до ума. Медь, медные руды. Есть у нас перспективная западная площадь на южной части Карасюрского массива. Вот. Железные руды, скажем, магнетиты, богатые. Месторождения, они не очень большие, но они компактно расположены. То есть с одной точки можно отработать практически все, и это будет довольно рентабельно. Есть редкие металлы, больше трупинское рудопроявление, необитантала и бериллия. Но это все находится на стадии первичного изучения. То есть дальше это развитие, получение оценочных работ и разведочных не шло, кроме вот бурого угля. Мы едем в поселок Додо, он от Неройки не так далеко, но попутно погрузились в машину компании «Полярный кварц». Сюда приехала вахта, это карьер, который нужно расчистить от снега. Вот такое его количество в сравнении с автомобилем «Урал», немаленьким. И начать добывать кварц. Титаническая работа, люди, которые делают, настоящие герои. Ну а мы попутно воспользовались транспортом, чтобы просто сократить время и чтобы у нас было больше времени на съемки брошенного поселка Додо. Там будет очень интересно. Компании «Полярный кварц» большое спасибо. Это тележка. Тележка? От вагонетки. То есть... вагонетки вон внизу. То есть она туда заезжала прямо, что ли? Или как? Да, заезжали в забой, где была порода. Погруз машина такая есть, как маленький экскаватор. На сжатом воздухе работает. Ее породу брала и сыпала в вагонетки. Вагонетки имели качающуюся часть. Они вот так вот качались вот на этих вот балансирах, и когда подъезжали, и просто проходчики его это... сваливали. Да, тут вот рычаг, вот, подымал и вываливал породу на бок. Рельсы прямо туда были проложены? Рельсы проложены по всей длине основного штрека, что основной штольни, ствола. Сколько лет вот этой вот штольни? Ну, она сейчас уже понятна. Это 32-я штольня, она была зарезана. Ну, ей лет 40-50, ага. Все это вот. Здесь была
знаменитая 233-я жила, эталон химической чистоты жильного кварца для нашего района. Сейчас уже не работают в штольнях, значит? Штольни нет, штольни не рабочие. Каждую штольню... Довольно-таки апокалиптичная картина, конечно, так это печально выглядит. Потому что каждую штольню для работы нужно обеспечить сжатым воздухом, электричеством, кабеля тянуть везде. Все это. Сейчас, к сожалению, разруха полная. А вообще, вот, Сергей Иванович, вот вы идете сейчас, вот, все это вас уже как бы не удивляет, вот эти все виды? К этому быстро привыкаешь вообще? Вопрос интересный. Сейчас, когда я редко попадаю сюда, меня все равно это все восхищает, да, вот это все. А когда здесь жил и работал, ну, до такой степени это все привычно, что уже практически не обращаешь внимания. Только если какие-то нюансы, там, скот лавины, что-нибудь такое интересное, да. А так, ну, привыкаешь к этой красоте и уже ее практически не замечаешь. Потому что я-то шла и думала, ну, как вот... Как они работали здесь? Это же вот залипнешь и что-нибудь там упадешь куда-нибудь. Ну, понятно, что это дилетантская. Да, работа есть работа. Утром ушел в штольню, вечером из штольни пришел. Какая красота. В принципе, я здесь занимался добычей кварцевой жилы вот номер 233, вот этой вот, в 32-й штольне. А на Пуйбе, да, вот когда вскрыли... В 15-м кешел, где-то 39-й, что ли, гнездо аксинита. Это минерал такой. Он гнездо называется, да? Полость, угу. Да, ну, это гнездо. И там вытащили несколько экземпляров в виде виноградной грозди. Это было нечто. От них остались только воспоминания. А куда они делись? Ну, экспедиция их увезла в Тусон на международную выставку. Минерал аксинит редкий, дорогой. Пуйва является уникальным месторождением вот такого качества аксинита. В мире больше нет другого. Вот. Стоимость отдельных экземпляров доходит десятки тысяч долларов. То есть это вот куда-то аксинит югорский уехал? Да, это 97-98 год, то есть 90-е годы, ну, сами понимаете, это еще... Небольшой бардак. Какие красивые цветы. Можно летом поиграть в снежки. Идем к поселку Додо. Дома были четырехквартирные. Вот такие помещения. В основном на Додо жили проходчики, нанеройки, геологи. Это баня была. В общем, все так грустно. Все грустно. И надежды на то, что жизнь здесь возродится, к сожалению, нет. Но отличная декорация для съемок фильма любого. Хоть ужасов. Хоть триллеров, хоть исторического кино. Все в первозданном виде.
Вот кристаллы. Вот. Мама, иди сюда. Это кальцит, наверное. Форма какая-то интересная. А бывает черный. Вот. Он создает для кристаллов свою. Кстати, вот под рубашкой хлорита кристалл практически всегда прозрачный. Вот. Они как бы предохраняют его. Вот. Тени? Тени? А вот этот вон какой, смотрите. О, куриный бок, да? С дыркой. С дыркой. Почему куриный бок? А галечку, когда на море находишь, с дырочкой, это называется куриный бок. Тут еще и несколько, смотрите. Смотри, какой цвет. Ух ты. Сергей Иванович, я вот из своего небогатого опыта общения с камнями заметил такую вещь, что когда его вырубаешь, он как будто умирает. Вот он в штольне выглядит живым, а когда его выносишь, он медленно так тухнет. И у меня была такая бредовая прямо мысль, что вот это такая особая какая-то цивилизация. Ну вот мы биологическая форма жизни, а это... другая совершенно форма жизни, которая миллионы лет живет там по своим законам. Они там дружат, враждуют. Это семьи такие, гнезда. Это же семья такая своеобразная. Вы что по этому поводу думаете? Ну, что-то в этом есть. Потому что когда камень находится в своей естественной среде, когда его окружают, вмещающие вот эти породы, сланцы, там, все это. Форма его расположения, и когда ты из этого его вынимаешь, он становится красивым, но он теряет часть вот этой обстановки, в которой он рос. Вот поэтому, ну вот, сказы Бажова-то можно вспомнить, да? Там ведь у него камень живой практически. Вот, поэтому вот его переносят в новую обстановку, но той обстановки уже не повторить. Ни в коллекции, ни в музее. Он сам по себе становится отдельный. Одна из штолен на Додо пользуется особой популярностью у туристов. Туда можно организовать поход, но, как вы видите, вот за моей спиной устье этой штольни, она приобвалена, и устье надо расчищать. У нас нет с собой ни инструментов, ни касок, чтобы заниматься этой работой. И нет соответствующего допуска. Все-таки мы находимся на производственном участке компании «Полярный кварц». И лезть туда без разрешения хозяев рискованно. Но это рискованно еще и потому, что мы не знаем, каково состояние дел. И это может быть довольно опасно. Поэтому мы посовещались с Сергеем Ивановичем. Тоже он нас поддержал. И мы туда не полезем. Не полезем, не будем рисковать. Ну и я договорился с владельцем видео как раз из этой штольни. Там есть грот интересный, в котором вот такие огромные, большие, большущие снежинки. Поэтому давайте это видео посмотрим, понаслаждаемся красотой подземного мира.
дороге-то проще. У меня лично так надежда на то, что люди вернутся сюда за богатствами этих мест, она не оставляет. Как вы думаете, когда это произойдет? Ну, я думаю, в ближайшие десятилетия, два, вряд ли, наверное, чуть попозже. Все-таки здешняя геологическая деятельность подразумевает под собой в нынешних условиях какую-то получение какой-то коммерческой прибыли. Без развитие инфраструктуры, как транспортной, так и энергетической, такая деятельность практически невозможна. Построить дорогу, провести линию электропередач, это все-таки государственное. Да. Верю, что геология вернется на приполярный Урал. Когда? Но все равно, я думаю, вот и полярный кварц, если так посчитать, может стать той первой ласточкой, за которой потянутся другие. Когда возвращались, в этом же месте опять пошли не туда. Это мистика. Стою посреди речки, заглохли, купаемся, водичка течет. Быстрая-быстрая, холодная-холодная. Я знаю, что у вас здесь произошел, вы отдыхали с семьей, произошел такой непонятный инцидент. Можно про него рассказать? Да, в 2019 году мы здесь отдыхали с семьей, останавливались на ночевку. Любовались природой, фотографировали, ночевали здесь. Ну и ночью, ну такие, было неприятное ощущение здесь ночевать. А утром мы просто обнаружили огромный след на песке, вот тут ниже, чуть по течению, на косе. Один ну, след? Thank you.